Раньше я заходил в ТикТок, чтобы расслабиться, посмеяться, отвлечься от проблем, но сейчас, ребята, проблем стало больше. Когда я захожу в ТикТок, проблем становится... Что происходит? Что происходит? Я сломал игру? Окей. Но сейчас, ребята, я захожу в ТикТок, и мне становится хуже, потому что я начинаю играть в эти игры и начинаю немножко гореть, немножко бомбить начинаю. Да ё-моё, хватит ломать игру! Игра, не ломайся!